Девушкам рожать не больно, потому что девушка рожает, и через пару лет такая: «Еще раз хочу!» Ну, офигеть, тебе больно было. У меня ни разу не было после уролога, чтобы я такой: «И завтра приду!» И через недельку, наверное, за двумя палочками в член зайду для более точной проверки. Береженного Бог бережет, как говорится. Но я подумал, слава Богу, что вы, девушки, вообще рожаете в настоящее время, а не в любое другое в прошлом. Потому что сейчас ты рожаешь, у вас врачи, технологии, лекарства, анестезия. Раньше ты рожаешь, у тебя роды принимает какая-то слепая бабка, что-то шепчет про избранного. Рядом ассистент, собака с факелом. В окне дракон пролетает. Тебе от любой проблемы только мокрую тряпку на лоб кладут. И по итогу рожается девочка, и муж роды не засчитывает. Говорит: «Блядь, седьмая шлюха в семье».